Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритидс Тур. Сейчас на канале будем размещать видео о Черкассах. Расскажу вам об отдыхе в Черкассах, цены на жилье, на отели, где можно покушать вкусно и недорого, о пляжах Черкасс, об экскурсиях, о развлечениях в Черкассах, куда можно пойти с детьми. Полный обзор отдыха в Черкассах. Итак, оставайтесь на канале Фритидс Тур. Будет интересно. Пароходик в Черкассах. Прогулка на пароходике. Что? Вокзал хорошо отреставрирован. Да, везде плиточку положили. Нас доделали в Киеве, но не совсем. Тут сцена. Вечером, возможно, будет какое-то представление. Мы выбрали 40-минутную прогулку на пароходе. Стоимость билетика 50 гривен с одного человека. Пароходик везет от речного вокзала до моста, потом возвращается обратно. Мы посмотрели шикарные пляжи Черкасс. Самый лучший оказался из них — это пляж Живчик. Здесь на пляже минимальное течение. Очень комфортно купаться, теплая вода. Очень мало людей, но в Черкассах вообще очень небольшое население, людей мало, пляжей много, что приятно. На пляжах есть развлечения для детей. Также предлагается кататься на каяках и парусниках. Мы выбрали прогулку на пароходе, которая начиналась в 11 часов. Людей было очень много. Следующая прогулка была в 12. Людей было мало уже. Есть еще вечерняя прогулка на пароходе длительностью 2 часа. Но нам это показалось слишком долго. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!